Привет всем, здравствуйте. Я наконец-то хочу вам рассказать, какую книгу я прочитала. Книгу я прочитала под названием «Бессонные колдуны». Она очень любила читать, и эта героиня зовут Нина. Она очень любит читать, и всю свою профессию книгу читала. Обязательно книгу прочитайте. Кстати, она еще есть в аудиоверсии, эта книга. Книжный магазинчик счастья. Книга просто захватывающая, просто интересная. Обязательно ее прочитайте. Во всем могу сказать об этой книге. Я читала ее везде. Я читала ее в большой комнате. Я читала ее в автобусе. Я читала ее на кухне. Я читала даже ее в автобусе. Читала. Ну, вот просто эта книга интересная. Обязательно прочитайте эту книгу. Советую всем. Ну, всем пока, всем до свидания. Вот. Вот такие дела. Вот. Очень интересная книга. Мне она понравилась. И сама писательница понравилась. Она просто вот, знаете, вот читаешь книгу, она просто, ее можно прочитать хоть за 3 дня, хоть за 4 дня. Ну, очень красивая писательница. Женя Колгана родилась в 1972 году в Шотландии, окончила Эдинбургский университет и 6 лет посвятила работе в службе здравоохранения. В 2000 году она опубликовала свой первый роман «Свадьба Аманды». С тех пор увидели более 2 десятков книг, написанных Женей Колганом. В 2013 году писательница удостоилась премии «Романтический роман года». В 2018 году лауреатом стала премия «Комедийный роман» Ассоциации романистов. Женя не представляла жизни без прогулок в конверсах, любит принимать ванны, которые те прохладнее, чем поверхности. Солнце еще было пирожное толстой книги. Чем толще, чем лучше. Вот. Вот такие книги она читает. Ну, не должна, может быть, еще толстый читать романы, все равно слушать близкого друга, который весело, внимательно, театрально рассказывает вам последние новости. Умный и все равно лав истории. А вот эта книга у вас потеплит на сердце. Будет как будто потрясающий подарок на День Матери. Правда, книга очень интересная. Вот. И сразу я взяла ее. Я не слушала ее в аудиокниге. Но я слушала другой рассказ, по-моему, да. Но книга очень интересная. Просто, кстати, героиня зовут Нина. Вот обязательно ее возьму. Я эту книгу, кстати, брала ее, знаете где? В библиотеке брала ее, эту книгу. Вот. Вот обязательно прочитайте, обязательно я вам советую. Вот, всем пока, всем до свидания, до встречи. Пока, до свидания.